Словно большой конструктор, строители из отдельных частей собирают новую спортивную площадку. Это будут тренажеры и для взрослых, и для детей. По соседству работают экскаваторы. Они создают искусственные насыпи. Зеленые терриконы будут отсылать к историческому шахтерскому прошлому. Так в Киреевске с нуля строят новый сквер. Проект стал победителем всероссийского конкурса благоустройства малых исторических городов в прошлом году. Основная задумка была очень интересная. Это улицу автомобильную превратить в пешеходную. Улица Льва Толстого. И вот этот участок полностью теперь станет пешеходным. Здесь он оторвется от автомобильной дороги. И в центре создастся большая пешеходная площадь со сценой, с зрительными рядами. И из кафе. Над самим проектом московский архитектор работал больше года. Все потому, что план приходилось постоянно дополнять пожеланиями жителей. Это они попросили обустроить в сквере скейт-парк. И теперь с нетерпением ждут его открытия. Горки на самокатах, скейт-парк – это самое такое, ну как это, значимое для меня. Дальше там, скорее всего, будет что-то, ну как это, типа кафе, и там можно будет посидеть, отдохнуть. И мы идем всегда через тот парк и смотрим, когда он откроется. Да. Я хожу и в парк частенько. Вот сейчас новый сквер у нас скоро откроется. Ну, так в основном по городу гуляю, а ну так нормально. В принципе, есть где-то? Есть. Сейчас новый сквер откроется, мы будем там распрохаживаться. Дорожек и тропинок в новом сквере хватит для всех. Общая площадь пространства более 3 гектаров. Их разбили на зоны. Общую многофункциональную с кафе и сценой и 2 для активного и тихого отдыха. Например, в последней оборудуют целую аллею качелей с подсветкой. Вокруг высадят новые деревья и обустроят газон. Несмотря на то, что в сквере очень много пешеходных дорожек, глава района пообещал, что на новом газоне можно будет устраивать пикники и отдыхать. Поэтому никаких табличек «по газону не ходить» жители Киреевска здесь не увидят. С нуля на площадку провели водовод для полива газона и растений, также ливневую канализацию. А чтобы новый сквер смотрелся гармонично, порядок привели и соседние улицы. Отремонтировали дворы и автомобильные дороги. Новое общественное пространство станет 2-м по площади в Киреевске. Есть к чему стремиться для того, чтобы люди не уезжали из города, оставались здесь, благоустраиваем территории, строим новые дома, видите, ремонтируем дороги. То есть делаем все для того, чтобы город жил и развивался. Кроме Киреевска, в этом году новый облик получит общественное пространство в Новомосковске с проектом благоустройства Березовой рощи, Ясногорске, где продолжат приводить в порядок центральную площадь, и Белеве с проектом «Пропарк». Помимо этого, в рамках программы ФГКС в области в порядок приведут 300 дворов и 20 общественных пространств. На эти цели выделили более 1 000 000 000 рублей. И сейчас все площадки активно благоустраивают. Например, сквер в Киреевске планируют открыть уже в сентябре. Галина Гуркина, Михаил Бологов, Первый Тульский.